Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем, ёпта. Мы продолжаем проходить The Valiant Cuts. Джим нахер! Ой! Такс. Да. Так. Реймский собор. Французский город Рейм сильно пострадал во время войны. 19 сентября 1914 отступавшие немцы подожгли местный собор, так как город находился неподалеку от линии фронта. Впоследствии собор обстреляли из пушек и сбрасывали на него бомбы с дирижаблей. Что сегодня со мной не так-то? А? Из-за взрывов статуя Жанны д'Арк, стоявшая перед зданием, лишилась руки. Так, лишь после этого ее сняли с постамента и спрятали в катакомбах. К концу войны Реймсе осталось всего 1500 жителей. Да уж. Судя по фотографии, собор там был просто грандиозный. Вот же девочка. О, надо его вытащить. Что, все так быстро? Ёпт. Ну ты даешь, конечно. Ладно, пошли. Собачка, вытащи его, пожалуйста. Я знаю, ты можешь. Спасибо, спасибо. Так, что тут у нас? Так, вылезти мы наверх не можем. Тогда давайте как-то через крышу, я не знаю. Так, жизнь в тылу, Да что ж мне прерывают сегодня все, ну. Так, сложившиеся годы Первой мировой условиях, когда практически все готовые к военной службе мужчины были отправлены на фронт, женщины, дети, старики пошли работать на заводы и фабрики. Так, выпускавшие необходимые для фронта товары, главным образом это были боеприпасы. Само собой разумеется. Массовым было производство бинтов, которых на передовой постоянно не хватало. Ну, это понятно. Женщин также брали в качестве медсестер. Так, какие у нас есть, в принципе... Давайте посмотрим, что еще здесь. Коллектаблс, верно? Верно. Девочка, все будет хорошо. Как-то подняться мне наверх. Слышишь? Подожди, подожди, собака. Ты можешь как-то мне помочь, что ли? Нет, судя по всему, не может. И это я сбить не могу. Печальная ситуация. Дай мне. Спасибо. А как это? Я не могу с этим ничего сделать. Так, ну что-то я не вдупляюсь. Как это спасти того мужчину? И зачем мне, в принципе, рычаг в этой ситуации?
Давай, малютка. Так. Я в любом случае не смогу ничего сделать, потому что мне не попасть просто на ту сторону. А как вы видите, там то, что как раз таки мне и нужно. А, можно и так сделать. Но бриллиант. Так-то. Слышишь, собака? Бери! Ладно. Держи вот это. Я возьму вот это. Пошли. Так. Дай мне плоскогубцы. Сейчас мы будем спасать того чувака. Вон оно как работает, значит. Ну, да, что-то я не посмотрел, что. О! Хорошо. С этим справились. Так. Спасибо. Что нам даст пройти туда? Малыш, там что-то лежит. Открытка. Ну это все, да? Ладно, тогда уходим. Не знаю, зачем мне этот рычаг был. Пошли туда. Угу. Чьи-то штаны. Ладно, ладно. Тут, похоже, кроме секретика больше ничего-то и нет, а? Ага. Так, собакин, давай-ка, на платформу, шагом арш, жди там, сейчас я тебя подниму, не, фигня, надо ему еще рычаг, я думаю, выдать, собака, сюда, держи, теперь давай туда. Я думаю, при помощи рычага как раз таки я смогу вытащить того мужчину. Хороший песик. Такс. Не, не, фигня. Там есть еще что-то? Да, стоит подняться, потому что там этот шкаф есть. Такс. Пусто. Не, станок есть. Хорошо. Ты это, давай-ка, спусти меня. Так, теперь поднимай обратно. И дуй на платформу. Все. Давай ко мне, мальчик. Уходим отсюда. Вот.
compris. Oh, merci. Что, все, хватило? Oui. Да, победа. Ну что ж, теперь вниз. Разрушенный город. Это та самая статуя Жанны д'Арк? В чем дело? Мальчик, куда ты побежал? Постой. Ага. До свидания. Ты как выжил после этого, а? Падла. Туда тебе. Посмотри, какой живучий, а? Американ! Вперед! Вау! Aus den Gräben! О, не взорвалось. Давай, бросай. Еще. Давай. Блин, плохая идея. Bad idea. Very bad idea. Да блин, говно. Надо ближе подходить. Давай. Ну? Вроде получилось. Дурной совсем, что ли?
Valiant Hearts. The Great War. Нифига себе. Интро. Глава вторая. Изрытая земля. Париж. 9 месяцев ранее. Когда разразилась война, Анна училась на ветеринара. Немцы были почти у самого Парижа, когда она получила письмо от отца. Он был в добром здравии и умолял ее не возвращаться в Бельгию до конца войны. Но терпеливость Анне была не свойственна. Ясно. Че, пойдем? Че тут? Надо убить голубя, я думаю. Да, это была плохая идея, явно. Так. А, так он все-таки пролетает где-то тут. Где-то надо мной, да? Есть! Сволочь такая. Хорошо. Письмецо. Так, это дверь. Уже наружу. Девочка. Окей. Пошли на выход. Такси домарны. Угу. Так, немцы у ворот. В сентябре 1914 года наступавшие германские войска оказались почти в 30 километрах от Парижа. Правительство, которое ожидало скорого падения города, заблаговременно удалилось в Бордо. Большая часть Бельгии, находившаяся к северу от Парижа, уже была оккупирована немцами, и лишь 75-тысячной армии, которой лично командовал король, по-прежнему удавалось удерживать в своих руках Ипр и Изерт. О, берем. Часики. О, подожди, смотри. Там какие-то гаечные ключи, их бы достать. Голуби почтальоны. О. Крестообразный. Но крестообразный нам не подойдет в любом случае. Ага. Подойдет квадратный. А какой там нужен? Блин, да они уже уехали. Черт. Ну ладно. Не-не-не. Там мы сейчас машину опустим. Чё, нельзя, что ли? А, да, сначала нужно колесо прикрутить. О! А чё, у меня трехугольного нету. Вот это им разве ж. Так-с. Вода. Воду нужно в что-то набрать. А во что ее можно набрать? Я без понятия, на самом деле. Ой.
плачь, девочка. О, бутылочку. Все. Теперь мы сможем выбраться. И погнали. Все на фронт. Веселуха, прям капец. О, блин. А. Что за ерунда? Эй, ты чё подрезаешь там, мразь? Скоты! Смотри, что делают! Зацепили, но в любом случае это победа. 7 сентября 1914 года. Такси ехало всю ночь. Анна гордилась, что помогает бойцам попасть на фронт. Когда Анна оказалась на месте, перед ее глазами предстала вся ужасная правда. Да, все не очень радужно. 7 сентября 1914-го. Марно. Ну чё, как ты? Такс, этого спасли. Прошло 7 месяцев. Анна, движимая состраданием, посвятила себя заботе о больных и раненых. Каждая спасенная жизнь была победой над войной, которая и не думала утихать. Ну ничего, еще недолго. Ну как недолго, еще в принципе 3 года. 2. О, побежали. Так, дневник. Так, 7 сентября. Обстановка здесь просто ужасная. Еще вчера я жила в своей уютной квартире, а сегодня вдруг оказалась среди настоящего ада. Здесь столько мертвых, и среди них так много совсем еще молоденьких. Утром мне удалось спасти жизнь одному солдату, но еще так многим нужна моя помощь. Завтра я попытаюсь пробраться поближе к линии фронта, чтобы помочь тем, кому сейчас хуже всего. Так-с.
Ага, у меня нету. Такс. Массовые жертвы. Первые 3 месяца военных действий обернулись огромным числом жертв. Более всего крови было пролито 22 августа 1914. Один из дней так называемого пограничного сражения, когда потери оказались кошмарными. Ого, я не знал про это. Число раненых превышало все возможные прогнозы. Военные врачи едва могли помочь всем жертвам вооруженного конфликта. О, господи. Ну да. Тут нифига нету. А тут... пила. Хорошо. Там один запаршивил, по-моему, разочек. Так, а что здесь? Collectibles. Так, вот тут есть вода. Мне нужна бутылка. Костыль? Такс. Ну, назад мне уже возвращаться к понту нету. Думаю, наберу воды и так. Но я не думаю, что она как-то наберется, что ли. Ну, пошли, посмотрим, чё. Не-не-не. Тут что-то светилось. Нет? Ну нет, так нет. Ну, вроде ничего нету. Траву, ультежи. Ясно. Так, медсестры. Ангелы Первой мировой, да. Мы знаем, кто такие медсестры. А чем я тебя перемотаю? Ну? Господи. Морюшка. Так, давайте крестик затарабаним. Сейчас, подожди. Я не знаю, зачем мне нужна лопата. Но в любом случае может пригодиться. Но лопата похожа так-то на костыль. Держи. Подарок. Ушкандыбал. Ну а как мне дернуть он за ту штуку? Я что-то в душе не знаю. Может, там уже как-то воды натекло или еще что-то. Не, нифига. Ах.
Похоже, этому мужчине я не помогу. Да банально, не знаю, как ему помочь. Так, там пилка лежит. Можете отпилить эту руку, а? Можете она нахер не нужна. Ладно, пошли посмотрим. Так, еще один коллектиблс. Но нет, по-любому надо как-то искать. Вот как это работает. Господи боже мой. Да. Этим, я думаю, можно... Да, я знал, что там что-то есть. Смотрите-ка, только один кусочек не нашел. Это хорошо. Это я очень даже неплохо справляюсь. Так, сначала давайте-ка руку замотаем человеку. Да? Да, сначала лучше руку, а потом... все остальное. Так, теперь пойдем заберем водичку и напоим водителя. Да, блин, ну тут такие головоломки, знаете. Нужно знать все об игре, потому что вот то, что можно пройти через тот забор, я не знал. Думал, может как-то подбить его или еще кого-то там заставить это сделать, но оказывается все было просто. Приятного аппетита, товарищ. Так. Так вы же были мертвы. Давайте, помогу. Ничего, на немце можно испортачить немножко. Французские офицеры говорили о Бельгии. Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра, родного города Анны. Анна немедленно отправилась предупредить отца. Когда она добралась до города, тот поприветствовал ее ревом сирен. Понятно. Здесь уже властвовал смертоносный газ. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Мы продолжим проходить The Valiant Hearts, The Great War. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, всем пока.